Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Воронин Ростислав. Ростислав, из какого вы города? Я из города-герой Москва. О, как здорово, что вы к нам приехали. Да, приехал специально для этой учебы, в общем-то, для этого модуля на 4 дня. О, это очень много информации, которая вам, надеюсь, пригодится в будущем. Да, однозначно. Скажите, пожалуйста, как вам качество подачи информации? Я скажу так, что Виталий Юрьевич подал информацию не просто замечательно, он ее подал, можно сказать, разложив по нотам. И многие вопросы, которые у меня были, они исчезли в данный момент. Мне уже хочется вернуться в клинику и начать делать то, что он показал, и работать над ошибками. Надеюсь, что и сегодня. В этом модуле я услышу для себя много таких вещей, которые будут способны решить многие мои вопросы или не допускать больше тех осложнений, которые, к сожалению, попадаются. Это важно, когда информация пригождается. Скажите, пожалуйста, получили ли вы регистрационный пакет и смотрели ли вы наполнение? Как вам он? Конечно, смотрел. Не просто смотрел. Я вам скажу так, что он мне даже очень пригодился, потому что я приехал всей семьей, и у дочери сейчас аллергия. И прям мы открыли, и там вот было то, что нужно. То есть антигистаминный препарат, поэтому очень круто. И я знаком со всей продукцией, поэтому, ну, более чем. Как здорово. А еще один момент. Впервые ли вы на мероприятии, которое организует стоматологический магазин «Ромашка»? Да, впервые. Совершенно впервые. Других ответов даже нет. Как вам в целом организация данного мероприятия? Достойная организация, скажу так, по Яндекс.Баллам я поставлю 4.5, наверное, я поставлю. Вот так. Спасибо большое. Но я думаю, к завтрашнему дню уже на пятерочку мы... Ну, добавим, я надеюсь, конечно, мы же повышаем только оценки Яндекс.Балла, да, не рекламируя Яндекс. Спасибо вам за обратную связь, и ждем вас снова на наших мероприятиях. Спасибо большое, спасибо.